Правда ли, что быт может убить любовь? И правда, и нет. Это абсолютно разные вещи. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Мы живем за счет своих рефлексов. Какие-то рефлекторные комплексы включают в себя удовольствие, какие-то включают в себя боль. Любовь – это рефлекторный комплекс, включающий огромную радость и удовольствие. Многие ваши бытовые проблемы как раз включают в себя боль. И чем больше боли они включают, тем больше они на вас действуют. Поэтому любовь тут ни при чем. Ваше угнетение состояния, ваш переход в депрессию обусловлен именно, да, бытовыми проблемами, но теми рефлекторными комплексами, которые несут боль. Это абсолютно разные вещи. Дополнительную информацию об этом вы можете посмотреть по ссылкам внизу.